Так, всем привет. Короче, такая темка. Сейчас я отключу. Еду сдавать тест на ковид. Почему я это делаю? Потому что мы вернулись с путешествия. Ну и хочется иметь какую-то уверенность в том, что наша совесть чиста и что мы никого, так сказать, не заражаем. И покажу вам, как это все выглядит на самом деле. Как это выглядит здесь, в Польше. В Кракове, как и во многих городах, есть определенные пункты, где можно подъехать своей машиной. Вроде как вы должны быть только одни. Вы опускаете стекло, и у вас берут мазок. Сейчас проверим, сейчас поеду, посмотрю, как это все выглядит. Надеюсь, там не будет больших очередей. Да, сдал я это все. Ну, я спросил, можно ли сделать видео, там их поснимать. Они сказали, что лучше нет, нужно разрешение. Я немножко так чисто, я не снимал весь процесс. Я подъехал, не было очередей вообще, была передо мной одна машина. Все очень быстро, они, конечно, запакованы как на Марс. Там на месте заплатил 495 злот. Можно там карты, наличкой, можно через сайт платить. Они списали мои данные, дали мне такую расписку, где написано подтверждение оплаты. Дали определенный код и сказали сайт, на котором я смогу потом проверить результаты. Сказали в течение 48 часов. Просили, с какого повода, почему я, потому что на карантине сижу, или зачем мне делать этот тест. Я думал, что я буду там 3 часа это все типа делать. Все заняло от силы минут 5. Очень быстро. Выглядело это так. Засунули мне эту палку эту просто, этот стик, я не знаю, эту ушную огромную палку прям в носяру, я так откинул голову, они ее туда запихнули, наверное, на так, что аж до горла достало, но я прям прочувствовал это все конкретно. Покрутили так, что мне теперь хочется чихать, капец. Я не могу сказать, что это прям мучительная боль, но это неприятно, когда так херячит что-то в нос. В некоторых странах, допустим, Греция, если вы летите с Испании, то им нужен действительный тест на ковид, сделанный не более чем 78 часов перед поездкой. И он должен был быть переведен на английский язык, то есть подтверждение того, что все ок. Спросили меня, на польском или на английском. Я уже с поездки вернулся, мне на польском, я делаю это чисто для себя. Так, этот тест называется SARS-CoV-2 методикой RT-PCR. На английском. Я всю информацию смотрел на сайте diagnostika.diag.pl. Здесь все описано, тут можно найти больше информации. Было написано на сайте, я вам сейчас переведу. Такая информация. Что нужно сделать перед? У вас должен этот мазок взять с утра, приехать туда после 3 часов, как вы покушали, после последнего приема пищи. То есть 3 часа после последнего приема пищи, или прополоскать рот определенной смесью, которая не указана здесь. Какой? Потом перед тем, как у вас это все возьмут, надо чистить с утра зубы, нельзя полоскать рот ничем, никакие таблетки до рассасывания, никаких жвачек, ничего нельзя перед этим. Поэтому зубы я не почистил, и я представляю, какой у меня шнек сорта. Вы можете туда ехать, и у вас будут брать этот мазок после 2 часов, как вы, допустим, пользовались каплями для носа или какими-то смесями, не знаю, чем-либо для носа. И нужно вынять все протезы зубов, если они есть. Да, я знаю, прошло уже очень много времени, но я бы хотел завершить это видео и весь мой рассказ. И, конечно же, логическим концом будет результат этого теста. Я уже не буду здесь играть, вы знаете, какие-то эмоции, потому что прошло 1,5 месяца, естественно, я знаю. Кстати, результат пришел очень быстро, даже меньше 24 часов прошло. На следующий день, полночь, ну и как же их проверить? Мы заходим на diag.pl, об этом сайте я уже упоминал. И вверху сайта, в правом верхнем углу, вы найдете кнопочку «Выники онлайн». Клацая на нее, вас перекинет на сайт, где у вас будет опция ввести номер злоцения, то есть номер, который мне дали на той распечатке, и дату своего рождения. Вы клацаете на кнопку «Справочку выники», и вас перекидывают на страницу с результатом. О, бинго! У меня результат негативный, отрицательный, негатив, то есть все отлично, я не был болен. Вы знаете, что я хотел сказать вообще этим видео? Я не хочу никого учить или рассказывать, сделал я правильно или неправильно. Это был мой выбор после путешествия, после всей этой поездки, сделать тест на ковид, чтобы быть спокойным. Выбор за вами, делать это или нет. Я решил просто вам показать весь этот процесс, чтобы вы знали, как это выглядит здесь, в Польше, где я живу.
И, в принципе, ничего страшного в этом нету, и результаты приходят достаточно таки быстро, ну, кроме цены, да, которая 500 злотых, все-таки немаленькая сумма. Я вам желаю всем крепчайшего здоровья и увидимся в следующих видео на моем канале. Пока!